Мы переходим сейчас к хирургической сессии, поэтому с удовольствием предоставляю слово Георгию Ивановичу Гафтону. И первый доклад будет о принципах хирургического лечения меланомы кожи. Пожалуйста, Георгий Иванович. Спасибо, уважаемые коллеги. Я понимаю, с одной стороны, как бы можно сказать, тогда есть меланома, можно ее иссечь, не заморачиваться и не думать, а почему надо так, почему эдак. Все так, но мы впадем в другую крайность. Все, что светло-коричневое, темно-коричневое, не приведи Господь, черного цвета, все надо иссечь. И в итоге у пациентов, которые предрасположены к пигментному образованию, скажем так, где-то, ну, к 40 годам, он будет весь рубца, как новогодняя елочка в игрушках. Поэтому давайте обсудим немножко этот вопрос. Значит, я не буду останавливаться на статистику, что такое меланом, потому что в предыдущем докладе и в диагностике, и вот по дерматоскопии все об этом говорили. Я хочу просто показать вот этот слайд, показать, что показатели выживаемости в зависимости от стадии, потому что и в докладе Алексея Витовича это довольно подробно по эпидемиологии и частоту встречаемости и все прочее. Я к чему это показываю, потому что у нас в стране превалирует не первая стадия, превалирует 2-3, а то и 4. То есть, естественно, принципы немножко хирургического лечения, они другие. Типы меланомы вы все уже видели, я просто решил, там, скажем так, попугать, посмотреть, что есть, что бывает и как потом из этого выходить. Значит, что самое главное следует помнить все время. Александр Олегович показывал картинки именно по морфологическому строению меланомы. Самое важное, мы должны помнить, что есть это фактор важный, толщина опухоли по Бреслоу, уровень инвазии по Кларку и изъязвление. Все остальные это уже сугубо чисто морфологические техника. И здесь то же самое. Значит, я позволю себе показать эти слайды. То есть толщина опухоли по Бреслоу. Почему? Потому что она принципиально это предиктивный фактор, который влияет на отдаленные результаты лечения. Я их просто перелистаю быстро, потому что все эти картинки вы, наверное, видели и их знаете. Я еще раз повторюсь, что прежде чем взять в руки скальпель и сечь, перед глазами все время должны быть вот эти картины. Мы должны это помнить и понимать. И почему, простите, еще раз, вот эти картинки у нас должны быть. Все, что мы иссекаем, все должно идти на гистологические заключения. Если мы даже вот это забыли, то перед глазами должны все время у нас быть вот эти картинки, потому что вот это наиболее типичные картины, клинические формы меланомы, но есть картины, которые показывал Михаил Львович, картины, которые очень сомнительны, меланома это или не меланома, но в итоге потом оказывается меланома. Итак, значит, все время идет дискуссия, сколько мы должны отступить от видимых краев опухоли. Вот пример, когда меланома с сателлитами вокруг, и когда и здесь без пигмента меланомы также с сателлитами. И сколько надо отступить? Отступить от чего мы отступаем? Именно от этих краев? Или мы вот так должны иссечь данное образование, равно как и здесь с наличием пигментного образования? И, значит, а также, когда имеем уже вторичные изменения, это региональные лимфатические узлы и отдаленные при ПЭТ-КТ, это уже проблемы нету никакой. Но
Значит, иссякая меланому, якобы это меланома, не меланома, и когда мы получаем в рубце рецидив, мы видим участок кожи депигментированный, то есть инволюция, но рядом появился уже сателлит, это уже поздняя стадия, и это ошибка, потому что в данном случае не было морфологического исследования при первичном иссечении. Итак, из чего состоит хирургическое лечение опухоли, меланомы? Вот эти три признака – это, во-первых, края резекции, реиссечение рубца после нерадикального лечения и лимфодиссекция с биопсией сигнального лимфоузла. Об этом поговорим чуть позже. Я, Михаил Львович, вам задавал вопрос в отношении отступа и иссечения меланомы. Я вот это реиссечение нерадикального лечения, это обязательно мы посылаем на гистологическом исследовании, морфолог нам говорит, что позитивный край резекции, не ожидая ничего не наблюдений, надо отступить от этого рубца еще по сантиметру в сторону, и тогда у нас мы получим радикальное лечение. Но это должно быть в течение 2-3 недель, не больше, а не через 3-6-7 месяцев, а то и больше. Значит, вот я бы сказал, что начинается, скажем так, целенаправленное и понимание, что мы иссекаем меланому, начиная с 1857 года, когда задавались вопросы, как широко надо иссечь, отступить от края сантиметр, два, три, пять, а то были работы, когда иссекали, я сам иссекал 10 сантиметров в отступлении. Вот что самое важное мы должны иметь, то есть зона опухолевого роста и как по площади, так и по глубине. Значит, в данном исследовании, это 70-е годы, значит, стоял вопрос, и чуть дальше будет еще работа, европейская работа, с которой начинался это, надо ли удалять лимфатические узлы или не надо их удалять. Надо иссекать первичный очаг и посмотреть, что будет с лимфатическими узлами, либо надо делать моноблочное иссечение того и другого. Вот то, о чем я вам говорю, что широкое иссечение первичного очага и рутинной лимфодиссекции считалось, что они улучшают отдаленные результаты. Но лимфодиссекция, значит, не моноблочная, то есть не одновременно иссекать первичный очаг, включая блок удаляемых тканей, регионарный лимфатический аппарат. Он не улучшает отдаленные результаты. Вот в другом исследовании, это исследование также 70-х годов, потерпите немножко, что я так далеко ушел назад, но мы тогда поймем, почему и к чему стремились, и что мы имеем на сегодняшний день. Значит, все эти пока вы видите, что это самые поверхностные распространенные меланомы с глубиной 0,76, то есть толщины опухоли 0,76 миллиметров. И отступа, видите, шло от полусантиметра до 5,5 сантиметра. И с одним сантиметром. И в том, и в другом случае не было выявлено рецидивы в послеоперационном рубце. Может быть, да, но это касается именно опухоли толщиной до 1 мм. Я вам предыдущий слайд показывал поле удаления опухоли и его окружающее место. И вот в 2010 году, когда началось уже на другом уровне обсуждаться вопросы хирургического лечения меланом, это вот меланомная группа ВОЗ, это самый Умберто Веронези, он первый начал именно работу в этом направлении. И они вот, видите, на таком большом материале пациенту показали, что локальный рецидив, видите, вот 1 сантиметр, он появляется почти у 3%, а при 3 сантиметра локальный рецидив почти в 2 раза меньше и равно как безрецидивная выживаемость. Тут небольшая разница, но все-таки она есть.
Дальнейшие, это уже шведская меланомная группа, они также показали такие же результаты, как группа Веронези, что видно и на данных слайдах. Дело в том, что потом появились другие работы, которые считают, что отступ от краев раны, опухоли, простите, 1 сантиметр, не является обнадежным и в очень большом количестве, то есть около трети пациентов имеет место рецидив. И тогда пошли дальше, то есть минимально не 1 сантиметр, а 2 сантиметра и 4 сантиметра. Видите, мы получили почти одинаковые результаты. И при вот проспективном исследовании, значит, мы тут видно, что статистически это достоверно, и практически, то есть 2,4 сантиметра это также допустимо, но это при меланомах ПТ1А, ПТ1Б. Значит, в расширенной европейском исследовании в третьей фазе исследования, это 2003 год, значит, показали, что, значит, при 2 сантиметров и 5 сантиметров получили те же самые данные, что при 2 сантиметра и 4 сантиметра, что и при статистическом исследовании также видим, что большой разницы мы здесь не имеем. Другой фактор, я сказал, что вот на первом месте толщина опухоли по Бреслоу. И тут это, если там мы говорили до 1 мм, то есть здесь выше 2 мм. И здесь опять пошли по пути. Мы иссякаем 1 сантиметр отступ и 3 сантиметра группы полностью сопоставимы. И вот что мы получили? Мы получили, что почти те же самые цифры, что мы получали при толщине 1 миллиметр. Значит, вот в этом уже году, значит, есть новые исследования. Это многоцентровое исследование, которое, значит, участвует 900 пациентов из 59 центров. И также вернулись обратно к тому, что было в начале 80-х годов. 1 сантиметр и 3 сантиметра. И набор был, вот видите, очень наблюдение на протяжении 15 лет. И показано, что лучшее, значит, отступление, оптимальное, я бы сказал так, это 3 сантиметра. Значит, шведская группа, значит, они взяли обратно, они вообще сторонники, это они первые, вот, предложили не 1 и 3 сантиметра, 1 и 4 сантиметра, или 1 и 5 сантиметров. Они считают, что, значит, отступление 2 и 4 сантиметра является вполне адекватно, и при пятилетнем выживаемости, вы видите, что показали, что 2 сантиметра, что 4 сантиметра. Но я еще раз повторяю, коллеги, обратите внимание, что при толщине опухоли 2 мм, чтобы не создалось впечатление, что допустимо при 4 мм и что при 5 мм делать такие иссечения. И видим, что мы одинаковые, что 60% и там остается одинаковое. То есть при 2 мм допустимо отступ 2 сантиметра. Значит, здесь я привел вот различные авторы с 1998 года по 2015 год, и везде все работы, которые есть, только вот одна работа Томаса и автора, где взяли 3 и больше миллиметра толщина опухоли, все остальные до 2 миллиметров, и в принципе результаты они, у всех авторов они не отличаются. Значит, по данным американской ассоциации NCCN, значит, версия 1 от 2016 года, мы видим это самое, что при инситу, ну, практически инситу меланом, я не знаю, коллеги в зале, кто сидит, видел инситу или нет.
Я не знаю, потому что я, когда читал эту работу, видел этот слайд, я, извините, долго чесал репу, не мог понять, видел ли я такую опухоль или не видел. А все остальные, это все абсолютно допустимые, но, еще раз повторяю, это все только на основании гистоморфологического исследования. Без этого, упаси Бог, уйти вот, сделаем 1 сантиметр или 2, потом получается, что мы имеем рецидив. Чтобы никогда у нас, ни у кого, ни у начинающих, ни у опытных онкологов, простите, не был соблазн отступить 0,5 сантиметра, 1 сантиметр и иссечь, и об этом все забыть. Это неправильно. Вот если мы будем помнить вот эту картинку, все, нам больше и не нужно ни о чем. Вот, дальше вот то, что я только что вам сказал, именно иметь все время в виду опухолевую зону вокруг самого опухолевого узла. Я не буду останавливаться на лентигомеланоме, это совершенно другая. Если мы говорим на расположение опухоли на коже туловища, конечности, то здесь не сантиметр, а отступ миллиметров. И считается, что при подобных опухолях отступ 0,5 сантиметра – это максимум, что нужно, потому что если мы будем отступать 3 сантиметра, 4, здесь радикализм не поможет. И, то есть он себя не оправдан, этот радикализм. Ну, здесь отдельная статья – это меланомы кожи нижнего века и верхнего века. И дело в том, что при меланоме кожи, как ни странно, но они по клинической картине очень отличаются. Потому что если иссечь, допустим, радикально отступя 0,5 сантиметра, то есть 5 миллиметров при коже верхнего века, рецидива там практически не бывает. В отличие от нижнего века, где рецидивы встречаются до 40%. Значит, вот то, что я вам говорил, я просто предварил это самое. Иссечение 3 миллиметра, иссечение 5 миллиметров, и практически разницы у нас мы не наблюдаем. Значит, в настоящее время, значит, зарегистрировано только, вот я бы привел исследование по изучению отступа, это Великобритания и Австралия, потому что в этих двух странах, Австралия, понятно, это эндемичные страны, а Великобритания за последнее время также они отмечают высокий рост заболеваемости меланомы, и они опять вернулись к вопросу о пересмотре границ иссечения меланом. Вторая часть, если мы говорили о первичном очаге, при хирургическом лечении, это регионарный лимфатический аппарат. Очень много дебатов, дискуссий идет в отношении биопсии сигнального лимфоузла. Очень много есть работ. Одни авторы считают, что выполнение биопсии сигнального лимфоузла – это обязательное исследование, должно входить в исследование этих пациентов. Другие считают, что это делать нельзя. На мой взгляд, необходимо при иссечении первичной меланомы обязательно посмотреть доступными методами лучевой диагностики состояние регионарного лимфатического аппарата. Потому что если при ультразвуковом исследовании мы увидим, что имеется нарушение структуры лимфатического узла, повышенный кровоток, это, несомненно, уже не первая стадия, уж не говоря о меланоме инситу, это минимум как третья стадия. Поэтому выполнять надо необходимо ультразвуковой, а уж потом, если у нас есть после ультразвукового исследования, что имеется нарушение структуры лимфатического узла, обязательно нужно делать тогда исследование сентинельного лимфатического узла. И, естественно, с последующим выполнением лимфаденэктомии. Значит, вот исследование, я ссылался раньше на исследование Веронези, это результаты исследования итальянской группы ученых и советских, это 1982 год, Николай Николаевич Петров, это РОНЦ имени Блохина, Москва, и профессор Веронези. И тогда, значит, на основе анализа хирургического лечения 553 пациентов с меланомой, значит, то есть половина на половину, у одних выполняли одновременно иссечение меланомы,
меланомы и лимфоденэктомии региональные, будь то это паховая лимфоденэктомия, пахово-бедренная, подклецовая лимфоденэктомия. И в результате анализа выявил, что разницы выживаемости между этими двумя группами практически нету. Отсюда и вывод о том, что если лимфатический аппарат не поврежден, то есть нету данных за регионарное метастазирование, выполнять лимфоденэктомию не следует. Спросите, почему? Да потому что Алексей Викторович в своем докладе показывал, именно наличие лимфоидной инфильтрации вокруг основного лимфоузла это является естественным барьером. Поэтому торопиться с лимфоденэктомией, не имея данных о том, что у нас имеется метастаз в лимфоузлы, этого делать не нужно. Но это аналогичные исследования уже на современном уровне и то же самое. Значит, я про биопсии лимфоузла вам говорил. И сравнение вот частоты с частотой позитивных результатов, они варьируют по-разному у всех исследований, но они приблизительно вот таких в цифрах. Значит, вопрос, еще один вопрос, именно о эксцизионной биопсии. Есть исследователи, которые предлагают не отступать широко от видимых краев, 1-2 мм, и сечь посылать на гистологические заключения с тем, чтобы получить в течение 2-3 дней результат, и в зависимости от результата уже решить вопрос. Мы отступаем от краев рубца, 3 сантиметра, 4 или 1 сантиметр, или вообще ничего мы не делаем. Да, я считаю, что это допустимо, потому что, почему? Потому что вот это важно, биопсия меланомы и в последующем широкое иссечение не влияет на выживаемость. Если всех учили меня, также учили, что не надо трогать меланому, увидел истеки и на этом все успокойся, то вот эта работа как раз и показывает, что этого бояться не надо, но не надо выполнять биопсию и забыть об этом больном. Значит, вот это наши данные, которые мы получили в результате анализа большой когорты пациентов, 1600 пациентов нашего института. И вот видите, значит, проведено радикальное лечение, не имея рецидив в области послеоперационного рубца. И посмотрите, что делается с пациентами, которые поступили с рецидивами в области послеоперационного рубца. По-моему, эта картина очень яркая, и комментария она не требует. Значит, мы хотим предложить, скажем так, на обсуждение или что, Светлана Анатольевна, мы предложим этот, сейчас я дальше покажу, Светлана Анатольевна, не удивляйтесь, предложим Льву Вадимовичу, чтобы синицировать протокол исследования по хирургическому лечению меланомы, а именно, что оценить влияние хирургического отступа, и если исследование покажет риска рецидива, то уйти в сторону меньшего отступа. Мы здесь Америку не открываем, но я хочу предложить совместно, кто этим занимается, участвовать в этом протоколе. Это дизайн исследований. Конечные точки исследования, то есть время до прогрессирования, общая выживаемость и время до развития отдаленных метастазов. Ну, и о хирургических осложнениях я не буду на них останавливаться. И, как я уже сказал, что мы предлагаем участвовать в этом проекте, значит, наравне с нами вот Российский онкологический центр имени Блохина, Москва, Ленинградский областной диспансер, наши городские, клинические и ряд других учреждений. Я еще раз обращаюсь к коллеге, сидящей в зале. Если кто-то хочет участвовать в этом проекте, мы всегда для вас доступны. Спасибо. Спасибо большое, Георгий Иванович, за интересное, я думаю, что дискутабельное достаточно доклад. Очень, очень. Да, это вопрос, потому что, который беспокоит всех, не только хирургов, онкологов и просто практических врачей. Да, Михаил Юрьевич, ваш вопрос. Ничего, ничего. Да, Михаил Юрьевич.
Георгий Иванович, большое спасибо. Очень приятно видеть представителей разных специальностей онкологических здесь вместе, потому что одно дело делаем. У меня несколько вопросов по вашему докладу. Первое, что хотел бы спросить, как вы у себя в клинике определяете толщину опухоли клинически до операции? Потому что, ну, понятно, что всех же не будешь, так сказать, неадекватно резицировать, а затем уже... Никак, потому что я не зря задал за вопрос с подковырками Михаила Львовича. Поэтому минимум 2-3 сантиметра. Если у нас, при условии, что у нас есть диагноз меланома. Ну, были сообщения о том, что перед операцией возможно проведение ультразвукового исследования. Даже сегодня Да, совершенно верно. Я просто подумал, может быть, это вы уже в рутину включили и делаете это? Самого первичного очага нет. Да, толщину опухоли. Я думаю, что это несложно сделать. У нас в Архангельске родилась работа еще лет 6 назад. Защищена Андрей Вячеславович Казаков. Да. Он в Обнинске ее защищал, в котором он тоже показал, что ультразвуковым методом можно определить толщину опухоли. И тогда мы можем уже на основании данных вот этих находок ультразвуковых уже четко определяться с краями, насколько это важно. Понимаете, я, может быть, выгляжу консерватором, но я все-таки не доверяю тем методам диагностики, которые они не объективны. В данном случае я не могу с вами согласиться о том, что определяет толщину опухоли при ультразвуковом исследовании. Даже если Лев Николаевич не говорил, но, может быть, он встречал работы с проведением ультразвуковых исследований с контрастированием. Что тоже, опять-таки, это не будет адекватно. Можно конечно, приблизительно, конечно. У каждого неинвазивного метода свои пределы. Еще хотел бы... Михаил Ильич, извините, а вы на практике используете? Да, у нас меряют толщину опухоли. Но я не могу точно сказать, поскольку не ультразвуковой диагноз, но, скорее всего, там не меньше 10 мегагерц должно быть. Да, конечно. Понятно, что это линейным датчиком смотрится и на высокой частоте. Лев Николаевич, вы что-то можете сказать по этому поводу? Я могу только подтвердить, что все относительно и всего есть предел. Да. Да, я согласен, что это линейный высокочастотный датчик. Юрий Иванович, на мой взгляд, очень важный вопрос. В зависимости от толщины отступы, они много о них сообщают. Но есть же еще один классификационный критерий, очень важный – изъязвление. Скажите, пожалуйста, вот изъязвление опухоли как-то влияет на ваш выбор отступа или нет? Несомненно, потому что это уже три стадии. Тут меньше, чем 3 сантиметра, и не нужно помышлять. Я говорил об H-зоне, это опухолевая, так называемая опухолевая зона. Она как по ширине, так и по глубине. Спасибо. И еще я хотел задать вопрос об хирургическом отступе в зависимости от локализации опухоли. Ну, то есть понятно, что если на туловище или на конечности располагается опухоль, можно особенно не экономить, да? А если на лице? Я же говорил на лице, что там 5 миллиметров, не больше. Это максимум. Даже если узловая форма? Совершенно верно. Спасибо большое. Потому что ряд работы, сейчас, Лев Николаевич, секунду, ряд работы есть, которые показывают, что на лице это меланома не на туловище, на конечностях. У них своя биологическая особенность. Вот я приводил пример верхней и нижней века. Да, спасибо большое. Спасибо. Да, представьте, пожалуйста. Здравствуйте, Трифилова Мария Леонидовна, Центр лечения и профилактики. У меня такой вопрос, как у амбулаторного врача, который сталкивается на приеме с первичными пациентами, обращающимися. Вопрос диагностики. То есть вот для меня, например, остается пока большой нерешенной задачей, я думаю, для многих докторов, такой вопрос. Если мы видим изъязвленное, мокнущее образование, мы приложили стекло, получили цитологический ответ. Уверены, спокойно отправляем. А если ко мне приходит абсолютно сухое, абсолютно ровное, гладкое, но в то же время очень подозрительное по внешнему виду, разноцветное, неровное, большое, со следующим анамнезом образование, но абсолютно сухое. Я обратила внимание, что некоторые его скребут.
некоторые не скребут. И я вот хотела узнать ваше мнение, вот, потому что я даже не знаю, с этим вопросом кому обратиться. Ну, возможно ли взять цитологию с неизъявленного образования? Абсолютно это допустимо и возможно. Более того, можно выполнить даже аспирационную биопсию самого опухолевого узла. Ну, просто, допустим, если вот учитывая некоторую волокиту, ну, и трудности у наших пациентов, что они на стол, скажем так, на операцию могут попасть спустя, ну, там, допустим, недели 2-3, не спровоцирует это процесс? То есть это допустимо? Это допустимо, абсолютно. Uh-huh. Я же говорил, что вот недели 2-3 это не тот максимальный срок, который мы должны. Но если мы выполняем эти исследования, куда-то эти препараты исчезли, куда-то заключение, а потом мы об этом забыли. Вот это самое важное. А то, что вы выполнили это исследование, уже держите пациента на прицеле, он у вас здесь. Получив данных о том, что это меланома, либо, по-видимому, наиболее вероятно может быть, все отправлять его к онкологу. Хорошо, даже спасибо. Если у вас есть сомнения, допустим, то так или нет, лучше не берите на себя ответственность. Отправляйте пациента к онкологу. Даже если он... Ну, я буквально через месяц им стану. Удачи вам. Стационар. Совершенно верно. Специализированный стационар. Ну, до этого я их как бы не трогала, я их, собственно, к вам и... Спасибо большое, но это допустимо. Пожалуйста, Лев Николаевич. Я просто хотел сказать, меня включили в предыдущую дискуссию про ультразвуковой метод. Метод прекрасный в плане выявления... образований в плане того, чтобы посмотреть ткани, которые и органы, которые расположены поверхностно, но он очень субъективный как раз в том, что его очень трудно использовать в плане контроля эффективности лечения, в том плане, что мы поменяли положение датчика, поменяли угол наклона датчика, получили другую толщину, получили другие размеры образования. Вот он в этом плане очень субъективен, и как раз поэтому КТ и МРТ, из-за того, что они в одной плоскости и на одном уровне примерно можно померить образование, они считаются более все-таки подходящими для контроля эффективности лечения. Но все-таки... Дело в том, что датчик, но дело в том, что картинка на Сименсе совершенно другая, чем картинка на Таши. Да. И картинка там, понимаете, и вот та шероховатость, там дело в том, что если в одних руках это все будет, вот как вы говорите, да, там вот, и вы сделали исследование, у вас все получилось, это нельзя говорить для тех врачей, у которых ни Сименс, ни Таши, а какой-то стоит китайский за 200 тысяч рублей, с одним датчиком на все случаи жизни. Нет, я с вами не соглашусь, Лев Николаевич. Вы должны были ответить сами для того, чтобы у нас датчик не гулял ни туда-сюда. Необходим специальный адаптер, я повторюсь еще раз, как для выполнения пункционной биопсии, потому что там зафиксировано и все. Но пока у нас этого нету, и специалисты по ультразвуковой диагностике, они не привыкли. Это входит в семиотику самого исследования, что датчик держать не просто в одном положении, а надо крутить во все стороны, посмотреть, что там творится. И поэтому это пока дискутабельный вопрос. Но я хочу еще раз подчеркнуть, мы все-таки говорим это о работе в специализированном учреждении. Несомненно. Чтобы это не приходило в голову делать где-то на местах, там, где не занимаются специалисты. Правильно? Все согласны? Коллеги, этим, да? Есть сомнения, отправляйте к онкологу в том стационаре, где занимаются меланомой. Все. Не создавайте себе сложности. Да, но как вы уже увидели, в Архангельске вот два доктора у нас представляют сегодня интересы. Это Михаил Юрьевич и Михаил Львович. А вот Санкт-Петербург, Георгий Иванович. Я думаю, что мы со временем, наверное, познакомимся с хирургами из других городов. Так, чтобы, конечно, мы знали друг друга и кому можно направлять пациентов. Да, да. Да, Михаил Юрьевич. Образование 6 миллиметров. Похоже на меланому, но сомнения были, дерматоскопа у меня в то время не было. Я экцизионную биопсию аппаратом Сургитрон делаю, получаю заключение меланома и в течение недели после получения гистологии иссекаю так уже, как положено. И этот больной у меня хоть просто наблюдается, больше ничего и никаких проблем не было. То есть это допустимо. И, несомненно, конечно, допустимо. Конечно, но там толщина какая была опухоли? Там было 1 миллиметр. Я думаю, меньше. Я думаю, меньше было. Это как раз из разряда, когда нам везет.
И сегодня вот не возник еще вопрос такой, а достаточно часто на конференциях поднимают этот вопрос. Метод обезболивания. Мы говорим о специализированных учреждениях, не учреждениях не специализированных, еще раз подчеркиваю. Да? Сейчас отвечу на вопрос. Это вопрос, который мучает всех. А зачем нам давать пациенту наркоз? Еще дополнительные могущие быть осложнения во время наркоза, сам наркоз. Нельзя ли это выполнить под местным обезболиванием? Можно. Будет хорошо раз, будет два, будет три. А на сотый раз мы нарвемся. У нас есть в институте наблюдение, описано наблюдение. Именно пациент был оперирован у нас в институте. Иссечение было под местной анестезией. А потом через месяц получили множественные сателлиты в области послеоперационного рубца. Это при том, что края резекции были отрицательные. Почему так? Дело в том, что при повторном исследовании всего удаленного препарата очень было хорошо видно, как, скажем так, не инфузия, но диффузия, то есть нарушена целостность самого опухолевого узла во время анестезии, и произошла миграция опухоли из первичного очага, то есть мы искусственно стимулировали появление сателлитов. Поэтому лучше не делать. Да-да. Опухолями, а не опухолями. Извините, вы из откуда? Из Ульяновска. Ульяновский областной онкологический диспансер. Мы как раз амбулаторно оперируем. Два доктора у нас, хирург-онкологов. И всегда у нас только под местной анестезией вот проходят операции. Тогда ваше вот предположение, как бы, и сколько бы вы отступали? Так же, как отступаем под наркозом. Нет, само операционное поле, да, я понимаю. А значит, наркоз, чтобы сделать местное обезболивание? Коллега, послушайте меня. Значит, у вас есть опухоль 1 сантиметр в диаметре, да? Угу. Отступайте по 3 сантиметра в каждую сторону. Вот чертите вот. Линию операции и по линию разреза проводите обезболивание. Только по линии разреза. В подкожно-жировой клетчатке, но никак иначе. Все, спасибо. Внутрикожное обезболивание, при этом вот получать то, что мы получили. Вот поэтому, да, я как бы больше стараюсь даже, еще больше. Но лучше не делать этого. Спасибо большое. А у меня к доктору вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы не отправляете этих пациентов в стационары? Если опухоли больше 2,5 сантиметров, мы отправляем в стационары. Причем по локализации. На лице у нас мы отправляем лицевую хирургию. А как часто у вас бывают меланомы? Ой, меланомы у нас в неделю 2-3, это стабильно. При учете того, что в день у нас 5-6 операций. И все они меланомы или только две меланомы? Нет, мы и базально-клеточные. Это я понимаю. Нет. Светлана Анатольевна спросила про меланомы. А, 2-3 в неделю бывает. Меланомы? Да, 2-3 в неделю? Да, у нас много. Какая же у вас заболеваемость тогда в Ульяновске? Высокая, если честно. Ну, у нас, во-первых... 3-4. 3-4 в неделю. 6,5, да. 6,5, но это заниженный, конечно, цифры. У нас просто раньше не занимались прямо именно, чтобы вот опухолями кожи, такого не было кабинета. Открылся он только год назад, и мы вот два доктора начали этим заниматься. И если честно, некоторые идут, мы идем даже как на предраковые заболевания, под подозрением, и по гистологии вот получаем потом такие диагнозы. Даже один раз нам дали гистологи инситу, наши гистологи. Но мы после этого отправляли анализ. Мой был случай даже пациентка. Я отправляла в Москву, и там уже пришел не инситу, а первая, да, в стадии. Поэтому как бы я вот меняла стадию. Я думаю, что вам с организацией нужно, конечно, подумать, и в том числе и морфологически, потому что серьезные эти вещи. И, я стараюсь перестраховываться, отправлять либо в Московский, либо в Казанский онкологический. Отдаленные результаты вы увидите несколько позже. Поэтому все-таки, может быть, при диагнозе абсолютно меланома лучше отправлять и оперировать в стационаре пациентов, нежели амбулаторно, чтобы не было проблем на будущее. Не знаю, Георгий Иванович, ваше мнение как? Я не буду комментировать. Спасибо. Я думаю, что мы еще подискутируем на эту тему. Да. Просто помощь максимально приближена к населению. Все так, но она должна быть адекватна. Далее, Михаил, спасибо. Я просто хочу связать свой вопрос с хирургией, которую мы сейчас обсуждаем. Георгий Иванович упоминал нерадикальные операции.
Вот в этом случае для прослеживания больных есть какая-нибудь лабораторная диагностика? Вот когда говорят там С100 или что-нибудь такое? Да, несомненно, это в стандарт входит. Дает что-то, да? Да, конечно. А с какого момента после операции, которая подозревается, как? Если мы говорим об этом, где-то через, начиная от 3-го месяца после операции и дальше. Раньше и смысла не имеет, Лев Михайлович. И это действительно довольно надежный такой метод. Пока да. Угу. Но сказать, что это 100% абсолютно нельзя так, Лев Михайлович, потому что С100 маркер не только при меланоме же, он же при ряде я других. Я понимаю, забыл, да. Именно поэтому я говорю, то есть он не 100% специфичен. Нет, конечно. А других нет? Нет. Что-что? Если до операции не делался С100. Ну и что? А ведь понимаете, дело в том, что есть референсные значения этого маркера, и мы танцуем отсюда. Думаю, что да, потому что у нас есть подтверждение, что это меланома.